Пару вопросов. Можно, ты не против? Скажи, пожалуйста, вот ты выступал первый. Очень волновался? Нет, не очень. Не очень волновался? Скажи, пожалуйста, а вот ты когда играешь, ты представляешь, вот в голове воображаешь ту картинку, которую ты играешь? Или вот только музыка, только ноты? Ну, музыку как играю, характер там. Что? А на себя этот характер прикладываешь? Ты в этот момент такой грозный, или ты в этот момент такой... Прикладываю характер тоже, грозный там, иногда веселый, например, произведение тоже. Спасибо большое, аплодисменты грозному характеру первому нашему участнику. Проходи.
Аплодисменты Лизе, она прекрасно выглядит и прекрасно играет на скрипке. Еще раз аплодисмент. Головой на быстрой части, я их заметила, так что я думаю, все прекрасно. И следующим на эту сцену я хочу...
Катю, Катя, мы сдали почти затанцевали. Поэтому спасибо тебе большое. Следующим я хочу. Спасибо большое, Таня. Спасибо.
Матвей. Для Софьи. Thank you.
Спасибо большое, Надежда и Михаил. Теперь все, когда я утром буду ехать на трамвай, буду вспоминать ваше веселое исполнение. Думаю, от этого станет. Thank you.
большое. Thank you.
был участник Кухляев Тимофей, концертмейстер Маштакова Ирина Анатольевна. Thank you.
Thank you.
я видела, как все головы практически пошли в пляс. Канковой Александре. Смотрите, как нас много, а? Так, теперь... И, наконец, стипендия от магазина «Свет и музыка» в этом году удостоена. Базыкина Валерия. Тихонова Анастасия. Где она сейчас? Яковлева Екатерина. Держи. Богачев Федор и Никита Ковалев. Теперь коллективное фото для всех.